красує до этой, до кофточки. Хотя, знаете, кстати, сейчас такая мода непонятна. Может, его можно якось на шею красиво завязать, там, знаете, типа бантиком якимсь. А ну-ка. Сейчас же ж на шею там что хочешь вяжут. Вы бачили и розочки, и всякие там штучки. А ну-ка. Типа Джокер. Чистесенький, білесенький. Знаєте, як іноді складають якусь білизну.
нравится. Мне кажется, мне черный цвет идет. Тогда симпатичность ее можно и наверх носить. Но мне кажется, вот так больше жіночно. Так, когда плечи чуть-чуть открыты, оно так розвіже. Самый дешевый. Мне надо было что-то самое дешманское, чтобы ставить ручки, поэтому видно.
Естественно, будет, по время, что же у нас на безлимитное.
кажется, что этим голубеньким, ну, до людей, туда во внешний мир. Вот так. Я думаю, что вот так. Так, маску оставляем 100%. Что тут еще такое есть? Давайте еще парочку вещей. Ой, это коробочка с духов. Духи Zara. Духи парфюм, да. Кто это? Туалетная вода. Вона, я ее не выкидаю, хотя вона трошки помялась, бо вона дуже красива. Дивіться, как вона трошечки помялась. Отак виглядить. Це, наверное, цена, я так понимаю, бо це був подарунок, я їх не купувала. Це з Германії привезли, поэтому тут цена в євро. Van der Rose. Кстати, прикольні, я їх ще не закончила всі. Трошки помялась, но вона така красива. Звуков.
она особенная.